А ноутбуки на базе операционной системы Windows 10 только-только появились на рынке. И одна из главных их проблем на сегодняшний день – поддержка только 32 разрядных программ. Разумеется, компания Microsoft представила на конференции. Build 2018 – инструменты для поддержки 64-битных приложений, но должно пройти время, прежде чем они появятся. Пока что единственным представителем выступает медиаплеер VLC, настоящий швейцарский армейский нож в своем классе. Его разработчики стали одними из первых, кто выкатил версию с поддержкой Windows 10 и ARM 64. Ее уже можно скачать на официальном сайте. Только убедитесь, что вы выбрали нужную архитектуру, и нужно купить ноутбук. Процессором Snapdragon 835, разумеется. Напомним, в чем тут проблема. 32 разрядные приложения ограничены объемом оперативной памяти в 3,25 гигабайте. Больше они просто не увидят, или возникнут ошибки. 64-битные приложения могут использовать намного больше ОЗУ, а 64 разрядные инструкции процессора выполняются быстрее, хотя прирост составляет всего несколько процентов. Однако то, что некоторые производители уже ставят в ноутбуки со Snapdragon 835 более 4 гигабайт оперативной памяти, подталкивает разработчиков к выпуску соответствующих программ. Также в этом году, по слухам, обещают выход новых ноутбуков как на 835 модели чипсета, так и на Snapdragon 845, а осенью или зимой. Ожидается выход новых чипсетов Snapdragon 850 и Snapdragon 1000. Последние два варианта, как сообщают инсайдеры, будут устанавливаться исключительно в ARM-ноутбуки, что должно увеличить производительность до уровня, сравнимого с производительностью чипа Intel.